Как жене лучше всего поддержать мужа в сознании Кришны? Тут надо посмотреть, какая у вас семья. Может быть, лучше мужа спросить, как он хочет, чтобы его поддержали в сознании Кришны. Мы же не можем за него решить. То есть иногда лучше просто мужа спросить, как тебя поддержать, что я могу для тебя сделать. Но это спрашивать-то страшно, потому что он же может попросить то, что я не способна буду предложить. Точно так же можно спросить Кришну, Кришна, как я могу своему... Вот ну, тут уже более безопасно, Кришна как бы ничего такого особенного обычно не просит, потому что можно спросить Кришну, как лучше поддержать мужа в сознании Кришны. И Кришна дает очень удобоваримые ответы обычно, прям очень удобоваримые, такие приятные, приятные, через Гуру Махараджа, через старших преданных. Но также у него есть ответы, которые сложно переварить, но их придется переварить, и когда-нибудь на это придется согласиться все равно. Этого избежать будет невозможно. И вот ответ, которого невозможно будет избежать, я, наверное, сейчас приведу, потому что он дается Кришне, Бхагавад-гите. И это сложный ответ. Нужно быть самой в чистейшем сознании Кришны. И нужно быть примером для других, но не горделивым примером, а просто смиренным, скромным бхактой. И это самое сложное. Просто самому быть в сознании Кришны. Потому что человек, который находится в сознании Кришны, неизбежно распространяет вокруг себя вибрации сознания Кришны. И все кришнизируются, даже не замечая этого. Но это очень сложный ответ. И я бы, наверное, даже не смогла бы его вам озвучить, если бы мне не было 50+, если бы я не знала, что такое семейная жизнь, если бы я не знала, что такое находиться в этом мире, что такое плюхаться вечно в грязь своих материальных привязанностей и снова оттуда вставать. Ну, то есть, вот я понимаю, что это сложный вопрос. Вот, я вам желаю просто быть в сознании Кришны настолько, чтобы Кришна был доволен. И он обязательно вам поможет помочь другим быть в сознании Кришны. Хари Кришна, дорогие преданные. Хари Кришна, примите наши поклоны. Это Нарайни Радха. Это Манджари Махима, и мы вместе занимаемся интернетом киртаны на Валбес. Мы распространяли книги на улице долгое время и решили автоматизировать этот процесс, составили список магазинов, через которые можно попробовать распространять книги, и первым оказался Валбес. И он стал занимать практически все наше время, потому что это очень объемный маркетплейс, там распространяется огромное количество книг. Только Бхагавад-гита около 7 тысяч уже люди выкупили за полтора года. В целом распространено более 42 тысяч книг. Мы хотим пригласить вас стать членом команды интернет киртаны. Мы поддержим низкую стоимость на Валберес, чтобы эти книги распространялись. При низкой цене распространение увеличивается в несколько раз. Но чтобы поддерживать цену на таком уровне, нам необходимо ваше участие. Если вы домохозяйка или вы бизнесмен, у вас нет времени, вы можете просто выкупать книги, и от вашего лица они будут автоматизированно распространяться на Валберес. Поэтому присоединяйтесь к нашей команде, становитесь членом интернет-санкиртаны и давайте распространять книги вместе.